привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодняшняя тема нашей передачи – это чистка ушей. Ну, лабрадор – порода веслоухих собак, поэтому проблемы с ушами, кто не знает, и берет себе лабрадора, считайте, что она вам обеспечена. То есть периодически такие проблемы будут возникать. Всевозможные отиты, клещи и так далее. То есть следить за здоровьем ушей своей собаки нужно постоянно. Каждодневно осматривать уши, периодически чистить эти уши. Я не буду рассказывать, как лечить тот или иной, значит, заболевание. Это все прерогатива доктора ветеринарного. Но как правильно почистить уши, я вам расскажу. Я вот здесь специально развернул все свои препараты, чтобы не было видно название. Итак, у нас возникла проблема. Для того, чтобы решить эту проблему, был выписан ряд препаратов доктором и назначена каждодневная трехразовая чистка ушей каждый день. Итак, как мы это делаем? Давайте для начала чуть-чуть поговорим о анатомии с вами. То есть я сейчас буду рассказывать не о обычной чистке ушей, а именно о глубокой чистке ушей. Рик, сидеть. Для того, чтобы вам удобно это все было делать, ну, в принципе, вы должны манипулировать своей собакой в любом положении абсолютно. Она должна знать, что вы можете посмотреть ушко, что вы можете посмотреть зубы, можете посмотреть нос, можете посмотреть горло, чтобы собака была готова к этому. Поэтому делать это нужно постоянно. Но вот именно для того, чтобы вам было удобно это делать, посадите свою собачку вот так вот, спиной к себе. Зажмите вот так вот голову между ног, и тогда вам будет достаточно удобно все это делать. Сейчас мы поговорим немножко о анатомии, то есть как мы будем чистить ухо. Я вот пальцем буду вам показывать, да, вот оно ухо. Вот здесь вот примерно в этом месте находится барабанная перепонка. И все вот эти разговоры о том, что повредить или не повредить барабанную перепонку, вы можете повредить барабанную перепонку только если будете вот эту ушную палочку, которую я тоже не рекомендую, но буду ей сейчас пользоваться, толкать именно вот так вот перпендикулярно. Вот я сейчас прямо в барабанную перепонку попадаю. То есть ухо находится у собаки вот примерно в этом месте, внутреннее ухо. Вот здесь вот. То есть если вы будете вот так вот вертикально ее толкать, чистить, прочищая каналы, то ничего страшного не произойдет. То есть это вам надо умудриться вот так вот туда ткнуть. Ну, я думаю, что вы не садисты, и люди грамотные посмотрели этот ролик, и поэтому сделаете все правильно. Значит, здесь у меня вот есть вот такие вот вещи, то есть ватные палочки, вот такая ватная палочка, вот такая ватная палочка, тампоны, да, и бинтовые вот такие вот, я нарезал из бинта такие прокладочки, скажем так. Значит, для того, чтобы чистить ухо, значит, я использую вот такие вот палочки, это для глубокой чистки именно уха. Но здесь в чем заключается проблематичность момента? В том, что вот эта вот палочка, она может соскочить и остаться в ухе, что нежелательно. Поэтому нужно использовать палочки, в которых вы уверены на 100%, что эта вещь не слетит. И, во-вторых, делать это аккуратно. То есть вот это вот аккуратность момента. Я ставлю восклицательный знак на этом, поэтому обратите на это особое внимание. Вот такие вот ватные палочки, это для ребятишек. То есть вот видите, чтобы глубоко не затолкать, здесь такой ограничитель находится. Я использовать не рекомендую, они все слетают. То есть вот видите, вот раз она и слетела. И тем более вот такой большой ватный тампон в принципе не нужен. То есть мы пользуемся вот такими вот ватными палочками. Дальше. Ватный тампон. Он хорош всем. Но чем он плох? То есть вот заготовочка такая из бинта, она вот в эти сеточки, она собирает, то есть вы собираете очень сильно, то есть весь всю серу, всего там ушного клеща, какого там есть в ухе, если он есть таковой, вы собираете, то есть он собирается в промежутках между вот этих вот ячеечках бинта. Что не получится сделать у вас ватным тампоном. То есть почистить, например, вы можете вот такой вот марлечкой бинтом,
а именно заложи какую-то лечащую мазь или там обработать уже дальше, можно уже тампоном. Рик, сядь. Сиди. Итак, переходим к самому процессу. Как не вовремя, вот сейчас тут засверлили у нас, но возможности больше снять у меня сегодня не получится, ограниченного во времени, поэтому давайте уже немножко потерпим. Я беру раствор, я не буду его рекламировать, все-таки это назначать должен доктор для глубокой чистки, поэтому я просто принцип рассказываю. Берем ватную палочку, да, отжимаем ее, я вот сейчас буду отжимать. И именно, как я вам говорил, вертикально прочищаем. Стараемся тщательно все ушные канальчики прочищать. То есть вот так вот мы не заносим, видите? Дальше. Ну, само ушко я почищу ему, да? Я сейчас здесь не буду занимать ваше время, то есть... Понимаете, да, что заносить нужно вертикально, не горизонтально. Дальше беру я повязочку, наматываю на палец, вот так наматываю на палец, обрабатываю и палец толкаю. Ничего, хорошо, молодец, ай умница, молодец, ай брат. Мы уже не первый день обрабатываем, ему уже эта процедура не нравится. То есть заталкиваю палец туда, внутрь, естественно, на разумное расстояние. И прочищаю каждый канальчик. Каждый канальчик прочищаю. Молодец, умница. Браво. Хорошо. Ну и после чего я закапываю сама лекарственное средство. И разминаю. В общем, вот таким образом нужно правильно обрабатывать, чистить уши вашему животному. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. И у вас все получится. Спасибо.